Так, ну а теперь давайте посмотрим, чем жил Петербург эту неделю. Главное событие – это принятая за основу программа капитального ремонта многоквартирных домов. Подчеркну, принятая за основу, потому что каждый год, как заявил губернатор, эта программа будет корректироваться. Ведь невозможно взять и в одночасье внести в адресную базу всю информацию о том, какой это дом, какова степень изношенности, какова специфика коммуникации, проложенных к этому дому. Как не бывает двух одинаковых деревьев в лесу, так не бывает двух одинаковых домов. У каждого свои особенности. А их в Петербурге, внимание, 22 тысячи. И заметьте, большая часть этих домов построена в прошлом, позапрошлом и даже позапрошлом веках. И вот чтобы это все учесть, и было заявлено, что программа будет корректироваться. Но первый шаг уже сделан, и первые тарифы уже определены. Не очень большие, 2 рубля за квадратный метр. И вот на последнем заседании правительства губернатор, по сути, дал старт началу этой федеральной программы, которая сейчас идет по всей стране, именно в Петербурге. 2 рубля с квадратного метра. Я считаю, что это вполне нормальная сумма. Хотя есть некоторые критики, которые считают, что надо больше брать с людей. Но для того, чтобы с них брать больше, надо и давать им больше. Мы с вами длительное время серьезно капитальным ремонтом не занимались. Значит, сначала надо вернуть долги, а потом уже брать с людей соответствующие средства. Вот об этой программе капитального ремонта можно долго спорить. Ругать, говорить, что недостаточно совершенно, принимать, не принимать. Но абсолютно очевидный факт. Избежать этой программы, остаться в стороне, сделать вид, что ты ее не замечаешь, невозможно. Она коснется каждого, кто живет в многоквартирном доме. Это федеральный закон. Избежать его нельзя. Это реальность наших дней. Только за бюджетные деньги все дома в стране не отремонтируешь. А как быть? А как начинать готовиться к этому? Что делать, чтобы тебя не обманули? Или чтобы не остаться на обочине этих процессов? Вот, чтобы получить все эти вопросы, я, зажав в руке монетку в достоинством в 2 рубля, именно столько мы пока будем платить за 1 квадратный метр нашей квартиры на капремонт, отправился к вице-губернатору, курирующему эти вопросы. И спросил его, как петербуржец, что делать теперь, что ждать? Давайте послушаем, что ответил Владимир Лавленцев. Ну вот скажите, пожалуйста, я один из жителей 5-миллионного мегаполиса. Я ничего не знаю про то, как мне надо отремонтировать свой дом. Вот пошагово объясните, что мне нужно делать? Ну вот давайте пошагово. Мы просто обязаны с вами, если у нас управляющая компания, создать советы домов. Совет дома, он участвует в формировании сметы, формировании заявки, в приемке работ. Что они мне там на какую сумму наремонтировали? По капитальному ремонту, по текущему ремонту, в содержании дома. То есть вот это все совет дома. Понимаете, просто когда я один как собственник, там бью тревогу, если мне что-то не нравится. Это один вопрос. Когда совет дома, уполномоченный орган общего собрания собственников жилья, это уже совершенно другая жизнь. Я, например, не очень поддерживаю систему, при которой вот сегодня чиновники подняли флаг с этой программы капремонта. Да-да-да. И никого не слышим. Так надо принять, надо сделать, надо... Галочку надо поставить. Все. Да, на самом деле это не очень верно и не очень правильно. Должны принять решение собственники. А мы должны быть соучастниками в этой программе. И помощниками. Помощник, прежде всего, помощниками. Поэтому, но мы в начале пути. В начале пути, да? И все это будет еще меняться, актуализироваться, детализироваться. В этом году предусмотрим возможность и для того, чтобы советы домов, ну, собственники, могли участвовать в обсуждении, в актуализации технических паспортов домов и нашей базы данных. То есть этот процесс, он будет длиться? Это не так, что вот вы... Это абсолютно живой процесс, абсолютно живой процесс. И мы хотим, чтобы собственники напрямую участвовали, вот еще раз повторю, в жизни своего дома. Вот у меня в руках монетка, 2 рубля. С одной стороны, это не так и много, но в масштабах города достаточно большая сумма получается. Вот объясните мне, этого будет достаточно или недостаточно, чтобы отремонтировать все 22 тысячи домов Санкт-Петербурга? 2 рубля – это мало. Этой суммы недостаточно.
существенная поддержка из бюджета в размере 7 миллиардов рублей предусмотрена на 2014 год. Это действительно такая, ну, некий стартовый размер платы для того, чтобы собственникам было комфортно перестроиться, привыкнуть. И, с другой стороны, это не было, ну, неким непосильным бременем для их бюджета. И мы должны и обязаны помогать, особенно на первых порах. Вот сейчас, когда это актуально, мы понимаем, что собственники за свои деньги они не смогут потянуть тот объем капитального ремонта, который требуется, особенно там и в центральных районах в том числе. Вы вообще оценивали масштабы, сколько вот нужно денег для того, чтобы привести город в порядок? Около 15 миллиардов, 15-18 вкладывать ежегодно. Это очень существенная сумма при 400-миллиардном бюджете. Чтобы выйти вот на такой, ну, так называемый нормативный срок эксплуатации многоквартирных домов. Ну и конечная цель все-таки, на ваш взгляд, будет достигнута? Удастся нам приблизить качество нашей жизни к европейскому стандарту? Ну я уверен, что мы должны это сделать. Хоть и в начале пути, но сделаем. Да. Как там у вас программа капремонта вашего дома? Совет дома-то создали уже? Я могу сказать, что у меня в доме все те же проблемы, что и у всех. Вот. Вот в данный конкретный момент мы обсуждаем смету. Расценки, смету, виды работ. Вот. И у нас есть некий такой, ну не то что орган, у нас есть руководитель дома, ну такой управдом. А сейчас мы занимаемся созданием совета дома, который, может быть, я возглавлю. И всем это советуете? Создавайте. Всем советую.